между бройлером, да, что-то? Ага. Я им давал, но им надо будет через где-то часа два, а через час где-то еще. Всем привет! Всем доброе утро! Сашуля там делает мешанку. Мы с утра вышли, немного пообрывали стрелок. Ну, я сейчас выйду. До конца уже все пройду. И хотела вам показать. У нас уже урожай клубнички. А где она? Красную нашла, представляете? А, вот она. Думаю, где-то тут была клубника. Вот. Сразу ее помыть и в ротик. Ягодка потихоньку краснеет. Я даже не ожидала. Ой, смотрите. Еще начинает краснеть. Вовсю будем скоро лопать клубнику. А сейчас так, мы заходим домой попить чай. Сашуля едет на работу. Ну, а я дальше буду заниматься огородными делами. Посмотрите, какая вообще хорошая. Но это надо деткам. Деткам, конфеткам. Вот она. Красавица какая-то своя. Домашняя. Еще. Надо пройти посмотреть. Смотрите, вовсю уже краснеет. Вот это приятное, хочу вам сказать, неожиданность. Просто решила пройти, глянуть, а тут уже ягодки красные нашла. Так. Так. Блымаем глазами. Кружим. Смотрим. Три нашла. Надо еще одну хотя бы, чтобы всем по одной. А? Да нет, прям вот хорошая такая. На солнышке вам покажу. Тут у нас пчелки жужжат. Малину опыляют. Все собирают, летают. Вот. Видно вам наших работяг-то, нет? Сейчас пройду туда. Там дальше погуще. Вот здесь вот прям вообще бжж. Вон, работают. Летают. Мед полезный собирают. И домой несут. И в домик, все в домик. Так интересно за ними, конечно, наблюдать. Дети спят. Приболели, поэтому никакого лагеря. И надо еще прорвать, видите, траву вроде пололи. Я смотрю, опять наша клубника подзаросла. Ну где же еще одна ягодка? Где? Красненькая. Ну ладно, мы с Сашулей съедим одну напополам. Лук у меня тоже, о, как подрос. Укроп, спрашивали, Яна, ты сеяла укроп? Да у меня вон, он сам повсходил. Здесь петрушка так густо зашла. И помните, мы лук, бутун тут, но вот его еще пока нет. А петрушка прям рядочком красивая. Вчера поливали, пока земля сырая. Сейчас сяду тут, все прорву. Но это после того, как я позавтракаю, подкреплюсь. У меня горло болит, слышно или нет. До сих пор я еще хриплю. И ничего не снимала. Мы уже тут, представляете, оборвали стрелки. Но там, на огороде, я немного соберу, чтобы пожарить, попробовать. Не, ну мы делали, ну, не в восторге, как все. А помните, поначалу мы их морозили, а на мясорубке я добавляла везде, где только можно. Но, наверное, уже наелись, что так особо их не хочется, что ли, я не знаю. Вкусно, но не так, что прям вау. Дети вчера так игрушки не собирали, приболели. О, посмотрите на это чудо в ямке. Лег фикс. Что, хорошо тебе там, да, в ямке-то? Ой, крутится на солнышке, всем хорошо. Все растут на солнышке, а солнца нет, сразу становится грустно. О, едят. Сашуля все-таки сделал им мешанку. Остальные на улице гуляют. Ой, ой, нос какой весь. Налипло, так смешно. Ладно, все, всем хорошего дня, отличного настроения. Никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами. Будем сегодня с вами работать и еще раз работать.
делаете? Чего? Ой! Сейчас все съели, да? Сейчас будем кормиться. Зашла с огорода, а тут уже мои детки-конфетки проснулись. Лежат краснощеки и болеют. А я вам тут вкусняшку принесла. Домашняя. Будешь? Не хочешь? Ну съешь, она такая сладенькая, сыночка. В магазине мы покупали, вообще не такая. А это сладкая-сладкая. Нет? Ну болеешь, тебе, наверное, все невкусно. Дочь, бери вот другую, пробуй. Я твою тогда съем, раз не хочешь. Как, дочь, тебе? Ну, я говорю, вкусная, сладенькая. Просто у Максимки горло болит. И поэтому, наверное, ему все невкусно. Ладно, пусть сидят, смотрят телевизор, а я пошла готовить рисовый суп нам на обед. Ой! Ударилась об кресло. И мне еще, видите, осталась клубничка. Приготовила суп. Слышу, тачка тарахтит. А это, оказывается, папа наш приехал на обед. Но это точно не нам, я думаю, щебень привезли. Или нам. Вроде как на нашей территории. Сашуль, это нам привезли или соседу? Нам привезли? Когда успели, я даже и не видела. Купил комбикорм курочкам. Давай, на скорости. Такой мелкий, хороший. Это ты для забора? Мелкий. Тут, видите, у нас вот, где дорожка покрупнее прям. А это мелкий. Удобно будет возить. Я думала, может, соседу привезли. У него тоже просто ремонт вовсю идет. Ладно, мы пошли обедать. Нам и всем, кто ест вместе с нами, приятного аппетита!
У нас уже вечер. Сашуля пришел с работы. Я полдня, можно сказать, пропитывала доски. Сейчас покажу, какой у меня объем просто ушел. И полностью оборвала я стрелки. Всем привет. Инночка сломала лопату мою любимую. Вот еще сюрпризы попадают вот такие. Но у меня есть мотобор. Хутор. Дай нас. Один стол будет в неделю, а не в месяц. Если бы ты копал лопатой, то стол в месяц. Если бы я делал вручную ямки, то бы это, на это ушли годы. Ну, сейчас проверим, может, не попадется нам больше ничего. Да, в общем, у нас, видите, вот такой вот классный мотобур Хютер. Ну что, прошло 10 секунд, и лунка готова. Да. Да, что бы ты делал без такого помощника, я не знаю. Просто многие спрашивали, Яна, расскажите, почему Александр выбрал именно этот бур, ну, о его характеристиках. 2,4 киловатт мощность, я не знаю, сколько это в лошадиных силах. Объем бака 1,6 литров. Бур, вот этот шнек, самый максимальный на 300 можно, а здесь на 20 сантиметров можно под лед сделать. Ну, лунки. В общем, выбирал самый мощный, чтобы пользоваться и радоваться. Вот, не экономили уже на нем. Если брать, я считаю, то хороший. Он пробурит вам самый, да, ну, да, твердый грунт. Вот еще есть ключики даже. Да, это вообще... Очень бачок. Приятно, что вот такая канистра.
есть такие Пойди, сегодня пойду на заправку за бензином. Ага. Такая вот канистра. Здесь ключики, которые могут вам пригодиться. Это очень круто, если вдруг у вас нет ключей, а тут уже вот... Запасной болтик, палец для шнека, два ключика, шестигранник, отвертка, еще один шестигранник, такая стопорная проволочка, еще такая вот отверточка. Ну, вообще классный. Классный такой комплектик. И еще идет в специальном, видите, чехле, чтоб ничего не потерялось. Мы уже поставили столб. А видели, какой столб? Вот, мы поставили забор. Вы помните, мы вот эти вот все лунки полностью бурили нашим новым мотобуром. Да, идет инструкция. Все очень понятно. Если вдруг кто начинающий, ни разу не бурил, как Александр Николаевич. Я то... бурил. Всю жизнь на рыбалку зимой ходил. Ага, ручным. Только вручную. Сейчас у тебя такой помощник. Нам забор ставить надо везде. И там, и тут, и там. Я пока не буду бетонировать, а ты вот так вот не пробури. Ага. Да, интересно, только... я смогу справиться? Только если вот такие сюрпризы попадаются, лучше их вручную вытащить. Да, потому что может прокрутить и так по рукам долбануть. Так что эта техника для настоящих сильных мужчин. И будьте аккуратны при его использовании. Посмотрите, как все качественно сделано. Ну, не знаю, Александр Николаевич его не хочет просто выпускать из рук. Наша модель называется Хьютер Мотобур GGD-62. Это самый мощный мотобур в этой линейке. Вообще на этом сайте, в этом интернет-магазине очень много разной техники, садовой, также бензиновой. В общем, ссылку обязательно оставлю в описании канала. Кто хотел посмотреть, проходите, выбирайте. Я думаю, что пойдем за столбиком. Что-нибудь найдете для себя. Я уже себе присматриваю мотокультиватор для огорода. У нас, вы знаете, площадь большая, и он для меня, ну, просто необходим. Не знаю, мы очень довольны таким приобретением. Так, я сейчас буду полоть. Вот, видите, тут все заросло. Сейчас потихоньку будем рвать траву. Днем было жарко, я решила пропитать доски. Это которые у нас с веранды. Вот, видите, они стоят теперь такие красивые. Как я и говорила, сейчас покажу вам объем. Сколько у меня ушло. О, вот они, наши доски. Надо будет делать уже пол. Хорошо. Ушла у меня вот такая вот бутылка. Еще одна бутылочка. 1 литр. Это полторашка. Здесь сколько, я не знаю. И тут по 0,75 еще 2 баночки. Вот такая вот пропитка. Любимая дача. Защитное текстурное покрытие древесины. От всякой, так скажем, гадости. Вот нужно будет все это выбросить. И такие красивые теперь доски. Говорю, пойду полоть. Ага, сейчас нужно будет помогать мужу столбик придержать, щебень привезти, песок. Дети играют, потом уже уберут все игрушки. Нужно будет тут немного все раскидать, а то и велик, и ведро, и тачка. Но все надо, идут ремонтные работы, как вы думали. По-другому быть просто не может. Сашуля там виднеется. Одна голова, как Максимка говорит, 5-я точка, землю выбирает. Сашуль, ты такой смешной там, когда выглядываешь. Так, тебе нужна моя помощь или я могу идти заниматься своими делами? Да, надо принести щебенку, песка, раствор. Замесить, да? Да. А твое дело поставить по уровню столб. Я уровень приложу, ну, чтоб было ровно, главное. В общем, как всегда, мужу самое сложное, а жене самое легкое. Так что ладно, все, будем заниматься делами. Уже жду не дождусь, когда тут будет стоять новый красивый забор. Я думаю, ты скажешь, столб новый красивый. Ага, столб. Я забор уже хочу увидеть, а не столб.
специально надо, тяпку. Старых хозяев жало, наверное, специально. Удобно? А? Удобно? Просто я хочу не замораться ни одной каплей. Угу. Можно так? Полила огород, немного прополола. В общем, все сделали на сегодня. И легла на гамаке немного покачаться. И вот хотела вам показать нашу Альфушу. Как всегда сидит на своем любимом троне. Комары грызут, покусывает их. Отбивается как может. Смотрите, смотрите, что делает. Залазит в прицеп. Вечно она там лежит. Нет, чтобы в будке все-таки вечером прохладно. Нет, лезет туда. Смотрите, как переступает. Лапки-то длинные. У нас она длинноногая красавица. Вот, сейчас лягу-прилягу. Дети молодцы тоже. И друзья, все, кто был, пособирали игрушки. Мы тут во дворе тоже прибрали. Все стоит на своих местах, да, Сашуль? Я говорю, так хорошо во дворе прибрались, стол поставили. Сейчас будем заходить домой, а то комары загрызают все. Дети тоже зашли домой, друзья пошли домой. Ой, сейчас лето, можно гулять и гулять, тем более, когда живут рядышком, дорогу перебежать, а то и дом, и все, и ты дома. Можно гулять, тепло, это все-таки не зима. Сейчас, кстати, зайду домой, немного с вами поговорим и отвечу на очень всех интересующий вопрос. Ой, сколько комаров. Смотрите. Вообще загрызают. Ой, ну Альфуша там такая балдежная, я не могу. Альфа! О, смотрит. Альфуша! Лежит. Прислушивается. Машина едет, сразу ушки вверх. Все, ладно, топаем домой. Доски стоят, просохнут хорошо, потом уже будем стелить, утеплять и все остальное.
Всем привет, а то меня сегодня не было в кадре, села тут на кровать, ножки вытянула, и так хорошо. Думаю, немного с вами поговорю, отвечу на вопросы, и вообще хотела вам рассказать, что со мной тут на днях приключилось. Виновата я сама, но слава богу, что пришло одобрение, и я сегодня вернула босоножки. Просто хотелось вас предупредить, будьте внимательнее, хотя меня предупредили. Когда я пришла на Wildberries, мне сразу сказали, проверьте, все хорошо, и лишь только потом идите в примерочную. Я как раз торопилась и, в общем, открыла коробку, я заказывала, еще раз повторяюсь, себе босоножки, открыла, а они были в таком белом мешке, и мешок сам непрозрачный. Ну, посмотрела, думаю, ой, классный, вообще второй не стала открывать, ну и пошла в примерочную. Что вы думаете? Открываю, достаю второй, а там вообще не то, что разные размеры, а разная модель. Один сандаль одной фирмы, да, вообще там плетенка, а другой, ну, совсем другой. Ну, я тут же выглядываю, говорю, так и так получилось. Они говорят, вы смотрели здесь? Я говорю, нет, я только один посмотрела, все, говорит, мы не можем его принять, ну, их принять обратно, вы едете домой и уже подавайте заявку на возврат, по браку. И, в общем, я ждала 5 дней, и лишь только сегодня мне пришло одобрение, все отвезли, я такая прям счастливая. Ну, конечно, очень обидно было бы, если бы, да, у меня списали эту сумму, ну и с этими босоножками ничего не сделать. Так что все вернула, теперь буду в поисках других, хотя вообще я зарекалась, если вдруг мне придет отказ, больше там вообще ничего не буду заказывать. Ну и вот хотела вас предупредить, будьте внимательнее, смотрите, не отходя, не дай бог придет отказ, и как бы, да, товар мы заказываем разный, и подешевле, и подороже, и будет очень обидно, если вдруг что-то пойдет не так. Ну и я теперь буду все проверять абсолютно сразу вот тут на месте. Так, и по поводу вопросов возвращаемся. Почему-то вот все, знаете, всем хочется найти какой-то негатив, какие-то подводные камни в нашем, да, как сказать-то, в нашей жизни, что мы переехали в Россию именно из-за своего темного прошлого. Сейчас также друзья переехали. Вот почему? Значит, там что-то плохо. Каждый человек переезжает, ищет не то, что где лучше, а есть какие-то, да, причины. Например, я озвучивала, я не хотела переезжать, но вот Александр Николаевич работал, и уже были затруднения у него с казахским языком. Кому-то он дается легко, кому-то посложнее. И вот когда мы переезжали, как он мне говорит, Янусь, детям и так тяжело учить английский, казахский, еще язык. Хотя, да, очень многие дети и французский, и итальянский знают, очень много языков, это полезно, но вот все мы люди разные и думаем по-разному, поэтому вот, да, решили переехать. Это я вам говорю точку зрения и причину называю моего мужа, почему он решил переехать в Россию, также и наши друзья. У них, наверное, больше причин, это также язык для детей тяжело, и где-то по работе тоже нужно уже знать частично, еще раз повторюсь, он не каждому дается. Не каждый может его выучить. Вот. И также вторая причина. Мы уже есть какая-то поддержка, опора. И решили переехать. Не именно все едут из Казахстана в Россию. Из России еще куда-то. Все люди переезжают. Все. И я не знаю, почему многие почему-то думают, что что-то должно случиться, прям вот такое вот глобальное, что мы можем скрыть от вас. Во-первых, если было бы какое-то темное, да, как вы говорите, прошлое, что-то прям такое, нас бы и не выпустили, и, наверное, и гражданство не получили, ну и многое другое. Поэтому никогда не ищите чего-то такого скрытного. Мы у вас как на ладони и всегда рассказываем все. Все как есть, просто, наверное, пришло время, по судьбе этот переезд, также у друзей пришло время, они решили переехать теперь, чтобы у них все получилось, не переживайте, тоже знаю, что будут вопросы, куда они пропали, все у них хорошо, у них сейчас самое главное, это документы, они ездят в Тамбов, естественно, не до гостей, не до
каких-то встреч, хотя сегодня Сергей с Таней приходили к нам, заходили, поговорили, в общем, ходили они в центр, знакомятся с поселком, ну, а мы были заняты своими домашними делами. Вы знаете, у нас дел очень много, и так отдохнули, ничего не делали, поэтому надо теперь все, как я говорила, входить в свою колею. Так что не думайте ничего такого. Даже не знаю, как вот еще по-другому, честно сказать, объяснить. Вот просто решили переехать к нам, к друзьям. Также у них трое детей, чтобы им давалась легче учеба. По поводу работы также нужно знать частично казахский язык. Не каждому дается. Казахстан мы очень любим, все там хорошо. Вы знаете, что с моей стороны там все абсолютно родные, братья, мама. Также со стороны мужа все остались в Казахстане, все живут, все любят Казахстан. Это наша родина, мы по нему очень скучаем и всегда будем ездить в гости. Но вот просто пришло время уехать. Такое бывает, жизнь непредсказуемая, никогда никого не нужно осуждать. Так что все, ответила на самый, наверное, такой вот волнующий вопрос, и буду с вами прощаться. Как-то так прошел наш день, мы идем на поправку, чувствуем уже себя намного лучше, так что завтра четверг, пойдем с вами на рынок, ну и будем заниматься ремонтными работами. Уже хочется поскорее, чтобы были выходные и побольше, да, сделать с забором. Я уже прям жду, не дождусь, когда он будет стоять такой красивый, и мы с вами будем им любоваться. Так что все, всем пока-пока. Спасибо, что вы с нами, за теплые, добрые слова, поддержку и самое главное, понимание. Все, вы у нас самые-самые лучшие.